27 мая состоялся обход исторического центра города Казани. Было осмотрено несколько объектов культурного наследия, в том числе и территория, прилегающая к лицею имени Николая Лобачевского КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров показал президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову состояние одного из лучших лицеев страны, недавно вошедшего в топ-100 лучших школ России, и отметил необходимость расширения инфраструктуры и территории учебного заведения. Несмотря на все успехи, в лицее нет собственного читального зала и спортивной площадки. Помогает близость университета, на территории которого и занимаются дети. Осматривая проект, президент Татарстана отметил важность поддержки лицея и заявил, что благодаря правильной инфраструктуре воспроизводится правильное воспитание и обучение школьников, чтобы в последующем в университет пришли талантливые студенты, в то время как развитие образования и науки по-прежнему является одним из приоритетов Татарстана. Адель Шамилова, Универ Ньюс.